Меня привели в фаер-шоу друзья. Вот я посмотрела, увидела, заразилась. Все, это фаер-шоу, это просто на всю жизнь. В фаер-шоу я уже почти что 5 лет. Огня, в принципе, уже давным-давно не боюсь. Вот, ожогов практически нет. Очень часто, практически все лето, нас можно было увидеть периодически на плотине. Зрители принимают нас очень тепло в большинстве своем. Вот, пожалуй, единственное, что действительно составляет некоторую проблему, это то, что на открытый огонь, как правило, нужна договоренность с администрацией города, с органами правопорядка. Что бы ты пожелала Екатеринбургу? Огня!